Здорово всем подозреваемым, и с вами, как всегда, Саня Слоун, и только что вышло обновление с 6-м сезоном и Хэллоуинским особняком. Чекайте, уже новый загрузочный экран, ребята, все, мы уже погружаемся в Хэллоуинскую атмосферу. Наконец-то мы дождались, посмотрите, сразу же просто духи летают повсюду. Посмотрите на это топовое меню. Вот это да, вот то, что мы видели как раз-таки на трейлере. Сейчас, ребята, сейчас мы дойдем, у нас еще входящее сообщение. Плюс ко всему, сейчас должен выйти новый легендарный скин. Мы сейчас его чекнем, ребята, в магазине подозреваемых. Но подождите. У нас здесь появилась иконочка нового персонажа Генри. Короче, просто вот сейчас прямо прожми лайк. Подпишись на канал, если ты еще не подписан. И обязательно нажми на уведомление, чтобы не пропустить ничего просто. Ты ничего не пропустишь, если подписан на мой канал, так как я являюсь официальным ютубером этой игры. И, кстати, да, самый топовый код автора Слоун в настройках игры. В общем, погнали сразу же, без вступления, без всяких размусоливаний. Давайте чекнем сразу же магазин. Где? Где легендарный скин? Ах! Легендарного скина нет, блин, легендарного скина нет. Черт, собака, я так хотел его взять. Но мне кажется, если он выйдет завтра, ребята, с этим обновлением, то мы возьмем его прямо на Генри просто. Он будет имбово на нем смотреться. Я для вас готовлю еще серию крутых видосов. Кстати, вот на днях выходит розыгрыш на 10 пропусков. Он уже готов. Мне осталось его только открыть на канале в открытый доступ. И все, его уже будет запущен. Все как надо, полетит, поедет. Все, ребята, готовьтесь. Розыгрыш на 10 золотых пропусков. Поехали еще раз обновим магазин на всякий случай, да? Вроде бы ничего такого нет, как бы, да? Ну, в принципе, да, ничего такого пока что нового нет. Но мы знаем, что у нас обновилось полностью все. У нас теперь все стало как Хэллоуин. То есть, значит, у нас и карта также обновилась. Сейчас мы, ребята, дойдем. Сейчас мы создадим лобби и пойдем прочекаем весь этот особняк, как он будет выглядеть. Так, что там у нас? Ничего такого особенного нет, да, вроде? Да, в личных сообщениях ничего нет. Это я уже видел, мне это приходило раньше. Это новый сезон, трейлер. Если ты еще не видел, обязательно посмотри. У нас обновление, ребята, в Саспект. 6-й сезон, до которого осталось буквально всего 17 часов с момента записи этого видео. Уже завтра, ребята, выходит новый сезон и новый персонаж. Обалденно просто. Розыгрыши будет немерено, просто сразу же. Так, ну поехали. Я, в общем-то, сейчас... Давайте проверим сначала режимы. Убивать могут все у нас, вот и мастер маскировки. Ладно, поехали. Мы сейчас создадим код комнаты. Специально я скину этот код в свой Discord сервер, ссылка на который находится в описании. Так что, если ты хочешь поиграть вместе с нами на видосе или просто поиграть, ну или пообщаться с нами, вступай в наш Discord сервер, ссылка в описании. Ну и вот, как раз-таки сейчас я буду скидывать код. Мы идем, естественно, на особняк, потому что он хэллоуинский у нас. Он должен быть с обновлением. Мы сейчас посмотрим. Это уже... Этот загрузочный экран мы уже с вами видели много раз. Он уже давным-давно здесь есть. Так, сейчас я копирую код комнаты, ребята, и скиду его в игровую. И сейчас мои подписчики, которые уже готовы, сидят в войсе, они уже знают, что вышло обновление, они уже обновили игру. Они будут залетать сейчас в это лобби. Просто чекать, как мгновенно они залетают в это лобби. Быстрей, дамы и господа, сэры и сырихи, срочно просто залетаем и чекаем новый хэллоуинский особняк. Просто здорово, мгновенно. Здорово. Поехали. Быра-быра-быра-быра-быра, кнопочки нажимаем, мы радостные, счастливые, вот эти вот мастера просто Дикого Запада, просто все. Завтра еще и новый легендарный скин, это будет, скорее всего, Франкенштейн или, возможно, Джейсон Вурхис. По поводу Джейсона Вурхиса я готовлю для вас отдельное видео, и это будет в хоррор-стиле, просто страшное, поэтому, если ты боишься ужастиков, не смотри этот видос, потому что он будет максимально стрёмный. Да, хэллоуинский особняк обновили, и мы... А, я забыл поставить голосовой чат. Офигеть, ё-моё, у нас полностью измененный особняк, ребята. Стой, давай мы сейчас нажмем на карту, пока мы еще не все чекнули. Хотя нет, давай чекнем все полностью, посмотрим, побегаем, посмотрим, что вообще здесь происходит. Посмотри. Вот эти вот все паутинки, конечно же, на том, на прошлом видео я вам показывал уже эту карту, но оно все не так выглядело, как это выглядит реально в самой игре. Давайте мы сейчас обойдем просто все комнаты, которые здесь есть. Я хочу посмотреть вот эти призраки, ребята. Вот они появляются с момента на момент, как-то вот так вот, да, рандомно. Вот эти призраки прикольные. Они появляются, ребята, у нас здесь. Сейчас мы все прочекаем, все посмотрим. Вау, это так круто выглядит все. Обалденно. Ну, давайте посмотрим сюда еще. Тут ничего не изменили, все как и было, так и осталось. Выглядит, конечно, имбово реально. Вот эта атмосфера, реально, она и подходит этому особняку даже без обновления на Хэллоуин. Вот просто вот так вот это реально круто выглядит. Задания у нас вроде бы такие же самые, да, ничего нового, вроде то же самое, как было, так и осталось. Смотрите, свет гаснет, вообще офигеть, ничего не видно, вообще ничего. Дайте я эффекты включу и музыку.
Вот когда гаснет свет, реально выглядит все максимально темно, стрёмно и вообще ничего не понятно. Вот это, кстати, классная обнова, мне нравится. Хэллоуинский особняк, ребята. Вот смотрите, эти призраки летают повсюду. Что это такое вообще? Давайте еще сюда глянем, у нас зайдем сюда в эту комнатку. Тут тоже паутина. Как будто бы, да, здесь был Человек-паук просто, да? Питер Паркер здесь был. Давай дальше. У меня сейчас звук, если что, работает в игре. Я его включил специально, чтобы посмотреть и послушать. Возможно, здесь будет какой-то странный звук. Слышите? Слышите этот звук, ребята? Слышите? Офигеть. Когда призраки появляются, появляется какой-то странный, страшный звук. Что это такое? В каждой комнате, скорее всего, какой-то звук происходит. Вы это слышите, да? Это прям реально мрачная атмосфера. Музыка такая, знаете, а это же не музыка, а такой эффект такой. Блин, обалденно, мне это нравится, мне очень нравится, как это все круто выглядит. Знаете, это очень круто, вот разработчики передали эту страшную, вот эту вот хоррор-атмосферу Хэллоуина. Очень круто передали ее. Смотрите, как обалденно. Вы слышите, да, летучие мыши, ребята? Офигеть. Я просто, я не знаю, это очень обалденно. Это прям имба. Конечно же, за все это время... Что это было? Что? Посмотрите, там чей-то труп лежит. Чекай просто в Что это такое? Новая какая-то анимация. Посмотрите на эту, на эту утку. Я сначала подумал, мне показалось, но мне не показалось. Смотри еще раз. В эту утку бьет какая-то молния. В бассейне лежит чье-то тело. Ну, скорее всего, это, конечно же, фигура просто для того, чтобы... Смотрите, молния бьет в утку. Просто что? Офигеть. Офигеть. Там какой-то, смотрите, там глаза какие-то, молния бьет, что? Что вообще происходит? Рука зомби! Что? Рука зомби! Я не могу в это поверить, что? Посмотрите, ребята, у нас какие-то надгробья и... Посмотрите, что? У меня шок, реально, разрабы, ну вы просто, что вы сделали? Это что-то невероятное, офигеть! Что? Это охренеть просто. Я, у меня нет слов, ребята. Это очень круто. Это максимально круто. Это просто, это снос башки реально. Офигеть. Давайте дальше пройдемся по улице. Мне так интересно посмотреть, что здесь еще будет. Офигеть просто. Это же просто имба какая-то. А ну-ка. Тут какой-то баг, скорее всего, с текстурами связан. Тут тоже у нас, смотрите, зомби вылазят из-под земли. Офигеть, реально, у меня просто нет слов, это очень круто, это просто максимально. И этот звук страшный, вот это вот все. Смотрите, можно вот здесь вот спрятаться даже. Офигеть, офигеть, просто. Походу серваки просто перегружены максимально, типа мы не можем зайти сейчас нормально поиграть. Просто все сейчас рынулись чекать эту обнову. Вы видели просто, что разработчики сделали в этой обнове? Это же просто снос башки. Так, сейчас мы добавим, ребята, еще и голосовой чат вдобавок ко всему. Сейчас я создаю комнату на особняке опять. Потом, естественно, чекнем еще и отель на всякий случай. Проверим максимум. Может быть, разработчики туда тоже что-то добавили. У меня просто нет слов, я не знаю, что сказать еще. Так, музыка у нас работает, здесь все есть. Опа! А что красное-то? Все то же самое. Нифига, как прикольно выглядит. Все такое яркое, в таком цвете интересном. Такой, знаете, фотофильтр такой накинут просто. А чё, в люках то же самое? Да, в люках то же самое. Блин, офигеть. Надо, короче, на улице надо стоять, там самое красивое просто. Там руки зомби, вот это вот все. Не, вообще, блин, и звук этот такой. Было бы классно, если бы они для убийц поменяли еще какое-то музыкальное сопровождение, когда за убийцу играешь, что-то новенькое было. Не, ну чекай, могилки вот эти, руки зомби, это класс вообще. Это просто шикарно. Давайте, в общем, сейчас пойдем на отель посмотрим. Вроде ничего такого не поменялось. Пойдем на отель, короче, и чекнем, что на отеле. Так, ну поехали глянем. Так, создать матч. Отель, получается. Отель, да, все, поехали. Ну что, теперь мы идем на отель. Посмотрим, что у нас на отеле происходит. Как уже вы поняли, по-моему, тут ничего не поменялось. В принципе, карта как карта, такая же самая. Но на всякий случай мы обойдем все этажи. Хотя нет, нет смысла, мне кажется, обходить вообще все этажи. Единственное, что вот имеет смысл, это спуститься на первый и посмотреть, что будет на первом этаже. Возможно, что-то все-таки там происходит. Давай чекнем. Ничего не будет. Может, какие-то пасхалки, отсылки тут. Ну да, мне скорее всего кажется, что вообще отель не поменяли, то есть так и осталось, как было. В принципе, да. Ну да. Ну все. Это только особняк добавили. Ну да, на особняк. Ну вот как разработчики писали, что на особняке будет. Тут даже нет какого-то особой ауры именно для убийцы. То есть все как было, так и осталось. А вот именно на особняке поменялось все просто полностью. В общем,
Если тебе понравилось это видео, понравилась эта обнова, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Sloan, потому что завтра уже новый сезон. Ждешь? Я тоже жду. Увидимся в следующем видео.